Старинные кладбища – это не только места скорби, но и места памяти. Своеобразные музеи, способные рассказать о людях из прошлого и открыть интересные или даже новые страницы истории. Недаром древние кладбища включают в список всемирного наследия ЮНЕСКО, присваивают статус памятников историко-культурного наследия местного, регионального или государственного значения, проводят работы по их сохранению и изучению. Тысячи или даже миллионы туристов ежегодно посещают такие места по всему миру. Наверняка многие слышали о так называемом городе мертвых в Египте или Масличной горе в Израиле, о некрополе Шахизинда в Самарканде в Узбекистане, раннехристианском некрополе в Венгрии, о Донском, в Ваганьковском кладбищах в Москве или некрополе мастеров искусств в Санкт-Петербурге. И так далее. Таких мест очень много по всему миру. Сохранились исторические некрополи и в Алтайском крае. В какой-то мере к ним, конечно, могут быть отнесены и обнаружены на территории нашего региона средневековые могильники и курганы тюркского времени. Но о них лучше расскажут археологи. Мне же хочется рассказать о сохранившихся исторических кладбищах в бывших горнозаводских центрах Алтая. Ведь прошлое нашего региона тесно связано с историей становления и развития горно-металлургического производства. Сначала по инициативе и под руководством предпринимателя и дворянина Акинфия Демидова, а после его смерти в 1745 году алтайские рудники и заводы перешли в ведение кабинета его императорского величества, где и оставались преимущественно вплоть до начала 80-х годов XIX века, когда они были закрыты. На территории Алтайского края функционировали Колыванский меди- и сереброплавильный завод. Это самое первое алтайское предприятие, основанное в 1728 году. Затем Змеиногорский рудник и сереброплавильный завод. Барнаульский, Павловский, Алейский, Локтевский заводы. При каждом из этих предприятий образовались населенные пункты, существующие и сегодня. Барнаул стал столицей нашего региона, но, к сожалению, в нем не сохранились исторические кладбища горнозаводского периода его истории. В этом году мне довелось побывать на кладбище в селе Локоть, где действовал Локтевский завод. Состояние его, конечно, плачевное. Немногочисленные старинные памятники из мрамора и гранита практически все разрушены, но на некоторых можно прочитать имена и даты. Также нами было найдено некоторое количество надгробных камней, именно не плит, а камней, плохо обработанных, но которые также содержали надписи. Самый ранний из таких камней датирован 1878 годом. Возраст же самого кладбища в Локте пока точно не установлен. Интересное открытие ожидало меня на Павловском кладбище. Оказывается, здесь сохранилась надгробная плита родной сестры, любимой тещи Владимира Ильича Ленина. Плита принадлежит Александре Васильевне Тестровой и датирована 15 октября 1835 года. Родная сестра Александры, Елизавета Тестрова, а в замужестве Крупская, стала мамой той самой Надежды Константиновны Крупской, будущей супруги вождя мирового пролетариата. Александра и ее сестра Елизавета родились в семье горного офицера и талантливого инженера Василия Ивановича Тестрова, который служил управляющим Барнаульской чертежней, затем Томским, Сузунским, Павловским заводами, Салаирским рудником. В 1828 году он женился на внучке знаменитого изобретателя, горного инженера и гидротехника Козьмы Дмитриевича Фролова, Александре Гавриловне Фроловой, ставшей бабушкой Надежды Крупской. Вот такая вот история открылась мне, а теперь и нашим зрителям на Павловском историческом кладбище. И еще больше историй предстоит там открыть, ведь это кладбище существует более 250 лет. Такого же возраста и исторический некрополь в городе Змеиногорске. Но он значительно лучше изучен. По данным историка Юрия Алехина, на Змеиногорском кладбище выявлено около 100 дореволюционных захоронений, большая часть из которых содержит памятники из гранита, сделанные, по всей видимости, на Колыванской шлифовальной фабрике. Самая старая из обнаруженных надгробий датирована 1794 годом. Это, пожалуй, старейшая из сохранившихся и известных на сегодня захоронений в горнозаводских центрах Алтая. Город Змеиногорск образовался вокруг богатого месторождения сребросодержащих руд на Змеиной горе, отсюда его название.
Змеевский или Змеиногорский рудник начал стабильно разрабатываться в 1744 году и надолго стал основным источником серебра и золота для Российской империи, а также местом выдающихся технических достижений в области гидротехники и механизации горных работ. И памятники людям этого славного прошлого сохранились на Змеиногорском кладбище. Например, надгробие вдовы выдающегося изобретателя, горного инженера и тайного советника Петра Казмича Фролова Марии Ивановны, скончавшейся 29 февраля 1857 года. Петр Казмич, конечно, не нуждается в представлении, и его достижения и заслуги широко известны в нашем регионе и за его пределами. Что же касается его супруги, то Мария Ивановна являлась дочерью известного военного деятеля Сибири, полковника Дегарига, каталонского происхождения, который командовал Калавано-Кузнецкой оборонительной линией и сыграл немаловажную роль в присоединении Южного Алтая к Российской империи в 50-х годах 18 века. На Змеиногорском кладбище сохранилось надгробие на месте захоронения двух княжон Ратеевых – Александры и Натальи, скончавшихся, соответственно, в 1841 и в 1849 годах. Даже есть версия об их принадлежности к княжескому роду Рюриковичей, но пока она выглядит спорной. Также в Змеиногорске уцелели надгробия горных офицеров, представителей купечества, духовенства, мастеровых и рабочих змеиногорских горных предприятий, городских обывателей. Это, пожалуй, крупнейший исторический некрополь среди сохранившихся кладбищ бывших горнозаводских центров Алтая. И он имеет большое количество уцелевших исторических памятников, а соответственно имеет большой потенциал стать музеем под открытым небом. В Петербурге есть некрополь мастеров искусства, а у нас будет некрополь горных мастеров. Почему нет? Тоже относится и к кладбищу в селе Колывань. Как отмечалось выше, именно здесь был пущен первый на Алтае медиплавильный завод, а в 1802 году на его месте была построена знаменитая Колыванская шлифовальная фабрика. Поэтому, если Змеиногорское кладбище мы могли бы назвать некрополем горных мастеров, то Колыванское – некрополем камнерезов. Потому что с 802 года жизнь этого живописного населенного пункта и его жителей неразрывно связана с камнерезным искусством. Мы предполагаем, что Колыванское кладбище было основано на рубеже 18 и 19 веков. Впервые оно появляется на картах и планах Колыванского завода в 1811 году. До его организации захоронения осуществлялись около церкви, но, к сожалению, ни церковь, ни все, что было вокруг нее, не сохранилось до наших дней. По нашим подсчетам, на Колыванском кладбище уцелело около 30 дореволюционных памятников. Самый ранний из них датируется 1835 годом и принадлежит управляющему Колыванской шлифовальной фабрики Михаилу Сергеевичу Лаулину. Он успешно руководил камнерезным предприятием 24 года. За это время был построен второй корпус фабрики для изготовления так называемых колоссальных изделий, то есть очень больших изделий из камня. Открыта рисовальная школа для сыновей камнерезов. Было изготовлено около 80 уникальных чаш, ваз, каминов, канделябров, колонн. А также были начаты работы по созданию знаменитой семиаршинной чаши из зеленоволнистой ревневской яшмы, которую чаще называют царицей ваз. Ее изображение украшает герб Алтайского края. Окончена работа над ней была уже при другом управляющем – Карле Христиановиче Ветцеле. Надгробие в виде колонны на месте его захоронения также сохранилось. Скончался он в 1853 году. По обе стороны колонны лежат надгробные плиты его супруги и матери, датированные, соответственно, 1841 и 1836 годами. Это самые ранние захоронения на Колыванском кладбище. Из более поздних выделяется большой памятник супругам Головкиным, которые скончались в 1869 и 1876 годах. Антоний Филиппович Головкин был потомственным камнерезом. Начал работу на Колыванской шлифовальной фабрике подростком в 50-х годах 19 века. Участвовал в работе над химерической вазой из серо-фиолетового каргонского порфира, которая экспонировалась на Всемирной выставке в Лондоне в 1862 году. Хорошо сохранилась надгробная плита мастера шлифовальной фабрики Льва Андреевича Ивачева, скончавшегося в возрасте всего 37 лет в 1887 году. Его родной брат Павел Андреевич Ивачев окончил Императорскую академию художеств и несколько лет работал в товариществе передвижных художественных выставок.
С 1894 по 1902 год он служил управляющим Колыванской шлифовальной фабрики, к столетнему юбилею которой написал совместно с алтайским историком и архивистом Николаем Гуляевым очерк по истории камерезного дела на Алтае. С 1902 по 1910 год он служил главным мастером Петерговской гранильной фабрики. На Колыванском кладбище сохранился и надгробный памятник их матери Параскевы Николаевны Ивачевой, датированный 1901 годом. Правда, с него когда-то был срезан металлический крест, но каменная часть осталась. Ивачевы – это одна из старинных династий алтайских камерезов. На Колыванском кладбище сохранились надгробные памятники и представителей других династий, таких как Стрижковы, Воротниковы, Тихобаевы, Зудовы, Акуловы, Харитоновы, Черемновы и других. Но не все они дореволюционные, так как фабрика, получившая в 1947 году название «Колыванский камерезный завод», продолжала свою работу в 20 веке и работает и сегодня. Колыванский некрополь имеет статус памятника истории и культуры местного значения, в отличие от всех упомянутых выше кладбищ. Но это никак не обозначено на входе в него. Нет карты исторических захоронений для потенциальных посетителей с познавательными или туристическими целями. Надгробия не ухожены, и их сложно найти. На кладбище продолжают хоронить людей, и никто не следит за историческими памятниками. Например, бесследно исчезли два и без того сильно поврежденных памятника. Асессору Александру Залесову, выпускнику Академии художеств, который служил на фабрике около 30 лет и некоторое время даже был управляющим ее. Он скончался в 1886 году. Также исчезла надгробная плита супруги горного офицера Марии Дейхман в девичестве Прибетенко, датированная 1844 годом. Таким образом, вопросы изучения и сохранения исторических кладбищ очень важны и актуальны, особенно в преддверии празднования 300-летия горного дела на Алтае в 2026 году. Ведь памятники некрополей – это свидетельства прошлого, которые не дают нам забыть о важных событиях и их участниках. Гуляя по кладбищу, можно вот так вот микроисторически, буквально по персоналиям, изучать историю города или села, или региона, и даже страны. Кого-то привлекут имена и даты, кого-то архитектурные особенности памятников или эпитафии. Можно увидеть, как сменялись эпохи. Например, упрощались материалы и формы памятников, менялся язык, появились новые символы и так далее. Так что давайте изучать, сохранять, оберегать и ценить исторические некрополи. Посещать их, узнавать что-то новое из истории нашего региона. А может быть, кому-то повезет, и он сможет обнаружить старинный исторический памятник, еще неизвестный, еще не открытый, и откроет его нам и будущим поколениям.